Январь 34-го. Стратостат ПАСО «Авиахим-1» с экипажем на борту поднимается на высоту свыше 20 тысяч метров и гибнет. В 11:49 приходит короткая радиограмма. Временно прекращаем прием. Больше от стратонавтов никаких сообщений не будет. Что общего обнаружили эксперты между этой катастрофой и крушением немецкого дирижабля «Гинденбург»? У меня в руках парабеллум. Экспертиза показала, что незадолго до катастрофы из него стреляли. Что на самом деле привело к трагедии? В нашем эксперименте мы воссоздадим события того дня и установим истинную причину аварии. Пролет зажигательного снаряда моментально сжигает весь водород. Улика из прошлого. Во вторник в 20:25 на телеканале «Звезда».